Машка, познавашка. Ребята, смотрите, что это? Огромный магнит цепляет машинки и скидывает их за решетку. Так они все разобьются. Не переживай, умняшка. Это обычная свалка старых машинок. А что это такое, свалка машинок? Это такое место, куда привозят много-много старых ненужных автомобилей. Вот, смотри, огромный трейлер собирает старые машинки, чтобы отвезти их на свалку. Почему приехала полицейская машинка? Она сопровождает трейлер до свалки. А что потом? Что с ними происходит дальше? А дальше их переплавляют. А из старого железа на заводах делают новые машинки. Какое интересное место, свалка! Получается, что старые машинки также приносят пользу. Раньше я этого не знала. Мне очень понравилась эта экскурсия. А куда мы еще поедем? Поехали на строительную площадку. Поехали! Это автокран. И сейчас он будет строить домик с кубиков. Это озорной маленький мышонок. Наверное, он захотел поиграть. Но он же развалил домик. Сейчас бульдозер здесь все уберет, и мы сможем построить новый. Все убрано. Давайте, давайте уже начнем строить. Четвертый. Пятый. Шестой. И нам нужен еще один кубик. Возьмем вот этот с подарочком. Какой милый у нас получился домик! До скорых встреч, ребята! Если тебе понравились мои мультики, подписывайся на канал! Скачать это приложение можно с Google Play или App Store.